Мы с Пэтсоном хотели устроить идеальное Рождество. Итак, чего ты хочешь? Фрикадельки, оладьи, студень, капусту, ветчину, хлеб и шоколадный пудинг. Мы приготовили классные подарки. Всегда о таком мечтал. Года тоже была. Это уже слишком. Но, как всегда, все пошло не так. Финдус! Еще раз! Я не могу наступить на эту ногу. Мой друг заболел. Нам не из чего печь пряники, и нет ничего вкусного поесть. Я ничего не могу поделать. По мотивам любимой детской книги. Какая красота! Я тоже хочу так праздновать Рождество. Раз бедный старый Пэтсон не может, тогда я сам. Я должен спасти Рождество. Хаппо, нужна твоя помощь. Густавс, он обязательно должен зайти к Пэтсону. Хаппо! Пэтсон и Финдус возвращаются. Самое волшебное время года. Ура! Ура, ура! Это и правда лучшее на свете Рождество. Пэтсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество. Что лисе здесь может быть нужно? Рождественский ужин, дуреха. Я с ней делиться не собираюсь. Рождественская история для всей семьи. Смотрите в декабре в кино.